Друзья, всем привет! В этом ролике полюбуемся на львов и немножечко пообщаемся на их тему. Вот, главный прайд, два белых богатыря, Чип и Дейл и, конечно же, Чук. Чук, глава главного прайда. Я смотрю, сейчас некоторые начали говорить, что, мол, время Чука ушло. Но на самом деле, друзья, я сколько не помню, Чук сколько не был вожаком, все время говорили, вот, время Чука уходит. А Чук каждый год доказывал обратное. Так что рано вести эти разговоры, на мой взгляд. А вот, друзья, вольер еще одного очень харизматичного льва. Здесь живет Самсон. Самсон Мариупольский. Лев тоже очень такой яркий, самобытный. В этом году он выходил в саванну крымскую, но не ужился. Уж слишком такой у него нрав лидерский. А мы с вами знаем, что в саванне уже устоявшиеся есть лидеры, что в главном прайде, что в прайде заколесников. И поэтому, конечно же, Самсону пришлось туго. Олег Алексеевич Зубков это увидел и вернул его. И, по-моему, все от этого только выиграли, особенно Самсон, потому что он оказался в огромном вольере, и у него три вот такие вот красавицы-львицы. И он уже, кстати, дважды стал папой. А вот подрастающее поколение львят, вот посмотрите, друзья, какие они уже из детского сада перевелись в такой вот отдельный вольер и здороваются с посетителями. Что ж, друзья, всем мира и добра, пока-пока.